Черный с белым в этом сезоне выступают в качестве классического сочетания, а не как модный тренд. А это значит, что акцент будет на форму. Если она строгая, то обязательно получится что-нибудь в деловом стиле. Если костюмные брюки заменить на кожаные, блузу на футболку, в образе появятся жесткие байкерские элементы, смягчить которые поможет объемный свитер. Но вернемся к деловому стилю. Его атрибутом по-прежнему является белая рубашка. Придать образу современное звучание помогут спортивные элементы. Так, например, юбку из мягкого трикотажа дизайнеры декорировали лампасом. Все вместе это смотрится и строго, и торжественно, и динамично, и вместе с тем женственно. А чтобы стиль casual не выглядел уж слишком обыденно, джинсы с футболкой можно заменить на юбку и топ с длинным рукавом, который стилисты чаще называют лонгслив. И какими бы ни были цвета сезона, в черно-белых сочетаниях по-прежнему большое количество вариантов комбинаций, и каждый раз они выглядят по-разному.